Всем привет. Ближе к ночи приехал в Челябинск. Почти в 12 часов. Решил потом пока видео не снимать. Поспать. Вот. Ну что, проехали 370 километров. И сейчас 40 я еще накатал. С утра успел на бензинчик подзаработать 500 рублей. Как я уже говорил, Яндекс такси работает везде. Вот, и тут тоже работы хватает. Город чем-то даже похож на Нижний Тагил. Такой же мрачный, но покрупнее. Следующая точка — город Уфа. Сейчас будем искать, где заправиться, перекусить. Чуть потеплее, на 1 градус. Но в принципе мы и уехали южнее.